Кличевский район в народе называют «партизанским краем», ведь в Великую Отечественную войну он стал центром партизанского движения всей Могилевской области. Память об этом хранят знаменитые усакинские леса. Здесь, в усакинских лесах, базировались все руководящие органы. Обком партии, обком комсомола, райкомы партии, райкомы комсомола Кличевского и соседних районов. Именно у нас издавались все газеты, областная и районные газеты. Именно в Кличеве был восстановлен первый аэродром, который начал принимать самолеты с большой земли. 7000 гектаров были свободны от оккупации зоны. Только по приблизительным подсчетам в усакинских лесах нашли спасение более 70 тысяч детей, женщин, стариков из Кличевского и соседних районов. Они были под защитой 18 тысяч партизан. Сразу же после войны на месте, где базировался обком партии, была установлена мемориальная плита. Долгое время она считалась утерянной. И совсем недавно, благодаря местным депутатам, найдена и установлена во дворе районного краеведческого музея. Благодаря этому нашему жителю, Мельниченку Михаилу Михайловичу, он на своем тракторе там помощников взял, набрал себе, из леса доставил ее к себе домой, и мы уже организовали доставку этой плиты сюда, в памятник. Здесь же двигатель советского бомбардировщика. Его подняли из болота в 2015 году. Останки летчиков перезахоронили в городском сквере, рядом с братской могилой. Памятник на братской могиле имеет статус историко-культурной ценности. По номеру самолета мы узнали фамилии, их имена и провели торжественную церемонию перезахоронения. Район наш немножечко отличается от других районов области и страны. У нас нет дворцово-парковых ансамблей, у нас не сохранилось ни одного памятника архитектуры, ни одного культового здания. То есть практически район был стерт с лица земли. Это была месть карателей партизанам, поэтому к сохранившемуся и восстановленному наследию здесь особо трепетное отношение. В Кличеве, рядом со сквером братской могилы, 5 лет назад возвели храм. Когда-то на этом месте стояла Троицкая церковь, которая до наших времен, к сожалению, не сохранилась. На месте, где стоял храм, тогда его еще не было, был выкопан котлован. Благодаря властям придержащим, градоначальникам, предприятиям и многим добрым людям, боюсь кого-то из них обидеть, да, чтобы не забыть и не назвать. Вот. Было завершено строительство храма. Готовится к открытию Петропавловская церковь в агрогородке Бацевичи. Жители неоднократно обращались в сельсовет, райсовет с просьбой восстановить храм, история которого началась в 18 столетии. Снесли до основания, и какая церковь была, у нас не сохранилось даже снимков. Вот какая она была тогда церковь, мы не знаем. Ее построили по новому проекту. Местные жители рассказывают, в Великую Отечественную на территории церкви немцы хоронили своих солдат. После войны на месте этого кладбища возвели дом культуры, а через некоторое время его переоборудовали в трехквартирный дом. Говорят, семьи, которые здесь жили, счастья не знали, и через 20 лет они отказались от этой частной собственности. Они безвозмездно передали свое жилье общине, и община снесла этот дом. И построили церковь. По инициативе депутатов сюда вызвали специализированный батальон. И перед началом строительства церкви останки немецких солдат перенесли на немецкое кладбище в Бобруйский район. Из старинных зданий в Кличевском районе сохранилось одно – в агрогородке Бацевичи – больница шляхтича Незабытовского. Здесь, кстати, первое место работы в будущем известного в Беларуси врача Владимира Марзона. Ее построил в 1870-х годах наш помещик Константин Незабытовский. Это выдающийся деятель, политический в свое время – промышленный деятель. Он развил здесь у нас на территории Бацевич и немножко Бобруйска 27 предприятий. И построил эту больницу для своих рабочих деревообрабатывающего заводика небольшого. И своего собственного кирпича, который у него был тоже здесь у нас построен, кирпичный завод.
Незабытовский – крупный землевладелец и предприниматель конца 19-го – начала 20-го столетия. Он – организатор сельскохозяйственной деятельности в Беларуси. Его дворцы в деревне Малая Ольса и Бацевичи – в числе утраченного наследия. Их разбомбила немецкая авиация. В Кличевском краеведческом музее целый зал посвящен памяти политического и государственного деятеля. По сохранившимся сведениям, во дворце Незабытовского организовывали музыкальные вечера, показывали домашние спектакли. В музее проводят литературно-музыкальные гостиные. Это предметы того периода. Дело в том, что в начале 20 века у Незабытовского в Бацевичах было имение двухэтажное, каменное. И уже в те времена оно отапливалось с помощью парового отопления. И в имении был зимний сад высотой на 2 этажа. Поэтому вот такое явление, как зимний сад, мы и отразили у себя в музее. Вещи частично они приобретались за деньги программы «Культура Беларуси». Министерство культуры такую программу ведет. И где-то наполовину они переданы нам Министерством культуры. Это предметы, которые конфискованы на разных таможнях нашей страны. В Кличевском районе, особенно в Бацевичах, свято чтят имя еще одного деятеля – Аркадия Смолича. На здании средней школы установлен мемориальный знак. Новую улицу в агрогородке назвали именем этого ученого. Это улица Смолич. Называется Смолич. Такой ученый человек. Географ, да? Да. Ученый человек географ, который пробыл свое тут детство. Аркадий Антонович Смолич – наш земляк. Родился он в 1891 году в деревне Бацевичи в семье священника Алексея Смолича. Первое время он пошел по стопам своих деда и отца, окончил училище духовное, семинарию, а потом все-таки познал себя в науке. Издал географию Беларуси. Книга издавалась в 20-х годах, получила очень большую популярность в Белоруссии. Географы и сегодня считают учебник Смолича одним из лучших. Первое издание «География Беларуси 1919 года» есть в Кличевском краеведческом музее. Его подарили дочери ученого. В память о географе в Кличевском районе ежегодно организуют смолические чтения. 5-е юбилейные к 125-летию со дня рождения ученого пройдут в Бацевичах на его малой родине. Аркадий Смолич попал под сталинские репрессии по делу Союза освобождения Беларуси. В 1938 году его расстреляли. Рубашка, в которой Смолич был в ссылке, хранится в музее Кличева. Носил он ее в городе Ишиме во время ссылки. А рубашку пошила его жена Александра Игнатьевна. Вот посмотрите, насколько профессионально узор крестиком. Так создается впечатление, что рубашка изготовлена промышленным способом. Но и современные рукодельницы создают восхитительные вещи. В этом зале только специалист может различить, где старина, а что создано сегодня. Из поколения в поколение передается техника ткачества и узоры. Они присущи только этой местности. Это сугубо кличевские узоры, наш орнамент кличевский. У меня бабушка ткала, мы были маленькие, в деревне сидели, вот все вместе смотрели, у нее был тоже станок. И вот она ткала, мы смотрели, и немножечко вот, как говорится, вот вспоминаем. Это из музея одежда, мы вот здесь. Ну, это тоже сказали, что это все кличевский. Кличевское все, строй наш, наверное. Мы вообще воссоздаем технику плетения поясов. Пояса ткачества на дощечках. Это как бы, да, очень древнее такое ремесло. Ну и оно присуще, да, Беларуси. В Беларуси пояс имел очень важную роль. В тесном контакте с районным советом депутатов работают общественные организации по реализации социально значимых программ. Так, на территории аграрно-технического колледжа появился музей под открытым небом – «Селянская сядиба». Здесь можно узнать, как жили сельчане в период Столыпинской реформы. Создал эту сядибу председатель ветеранской организации и бывший директор этого учебного заведения Виктор Липкин. Все экспонаты он собирал в экспедициях по Могилевской области.
Для чего мы это все делали? Для чего восстанавливаем? Самая первая цель, которую мы преследовали, это воспитательная. Вот привить вот им, вот этим маленьким нашим детям, привить гордость за наших предков. Восстановить историю вот такого вида производства, как земледелие, сельскохозяйственное производство. Здесь можно увидеть, какой была кузница 100 лет назад. Гумно, мельница, поведь, баня, которая топится по-черному, сараи для животных, хата и черная, и белая. Изба по-черному, потому что дым при топке печи шел в хату. Не было комина, а вот была только такая задвижечка, с помощью какой закрывали этот. И поэтому она по-черному была. Это уже хата по-белому. Печь была более современная. Она имела комин, имела уже дополнительное приспособление и более оккультурованная была. И пол здесь был. Да, и пол там в той хате был земляной, здесь уже был пол деревянный. Действительно любопытно, каким был быт. Здесь все воссоздано до мелочей. К примеру, в красном куту икона расположена строго по диагонали от печки. А в краеведческом музее в зале, где собраны святые лики, во время экскурсии работает самодеятельный коллектив. Некоторые духовные песнопения записаны у местных старожилов. Белобратья простая, как обители поют, и мелодия святая утешала скорбный люд, да исправится. Мы поем в своем ансамбле музыку разных направлений, но духовное песнопение – это одна из значимых страниц. Мы поем белорусские народные канты старинные, мы поем белорусские народные песнопения, которые пришли к нам из глубины веков, скажем так. Вот мы поем русскую православную музыку. В числе нематериальных культурных ценностей – зимние обряды. Никольская свеча и детские рождественские куры. Его можно увидеть только в трех деревнях. А еще в Кличевском районе есть единственное место в Беларуси, где сохранился языческий обряд захоронения. Это кладбище деревни Барки. Только здесь можно увидеть надмогильную избушку. Обратимся к истории. В глубокой древности умерших хоронили в домовинах. Их ставили на высокие пни. Отсюда, кстати, и появился фольклорный персонаж Баба-Яга и ее избушка на курьих ножках со входом к лесу. Здесь вместо двери окошко. Ученые, археологи, они не знают второго случая в Беларуси, вот такого кладбища, где бы сохранились еще постройки обряда захоронения наших предков-язычников. То есть вот таким образом проводили погребение язычники. Это обряд дохристианской эпохи. Местные жители, они не могут с научной точки зрения объяснить, почему они это делают. Объяснение такое. Наши предки так делали, и мы так делаем. То есть вот этот обряд, он сохранился только здесь. Сюда, естественно, не организуют экскурсии, но это место представляет огромный интерес для ученых. Основная часть захоронений относится к 20-м годам 20-го столетия. Сохранились они, возможно, и потому, что кладбище находится вдали от населенного пункта, глубоко в лесу. Кличевский район еще называют лесистым краем, ведь 60% территории – это лес с большим количеством заказников как местного, так и республиканского значения. Достаточно сказать, что острова Дулебы, гидрологический заказник республиканского значения, занимает площадь почти 21 тысячу гектар. Он один из самых больших у нас в стране. И имеется у нас еще памятник, еще один памятник республиканского значения. Это наш участок дубового грабового леса в Запольском лесничестве. Площадь его где-то порядка 53 гектар. Сохранение историко-культурного наследия важно для любого народа. Ведь это объективный свидетель прошлого. И это часть материальной и духовной культуры, переданная нам как великая ценность. И ее нужно бережно хранить. Oh.